Всем привет, ребята, с вами снова Зайка Вера, и сегодня мы будем лепить залипаку, фрукты, грушу. Если груши нельзя скушать, только наша ж груша. Давайте скорее смотреть, что получится, подпишемся, поставим лайк. Итак, начинаем. Слепим туловище, ручки до ножки, подготовим детали для глаз, полиэтилен для пятнышек, а также для черенка. А теперь соберем. Итак, нам понадобится желтый пластилин, из которого мы скатаем вот такую вот деталь, похожую на грушу, потому что мы и лепим грушу. То есть мы начинаем наш шарик вытягивать, оставляя здесь побольше. То есть весь акцент вытягивания мы акцентируем наверх, да? И здесь еще посерединке вот так вот хорошо пальчиками пройдемся, чтобы получилась такая вмятинка, такой переход от меньшего к большему. Теперь возьмем и делаем ей вот такие вот ножки. То есть нам нужно взять жгутик и небольшими усилиями пальчиков вот так вот ее согнуть нашу ножку. Затем мы берем и пальчиком сверху надавим, чтобы наша ножка легче крепилась. Так наша груша будет сидеть, и так нам будет проще, что на нас не будет падать, потому что поделка довольно-таки объемная. Так, посадили. Теперь берем небольшие жгутики и вот так вот их согнем. Это передние лапки нашей грушеньки. Одну лапку вот так, а вторую она у нас будет тянуть вот так вот вниз. Так. Теперь мы нарисуем ей с помощью стека примилейшую улыбочку. Затем возьмем белый пластилин и скатаем из него шарики. Так. Один. И, конечно же, второй. Ну вот, готово. Теперь берем черный пластилин. Немножечко от него отделим и сделаем ей шарики, глазки, зрачки. Так, с помощью пальчиков делаем шарики и закрепляем. Так, теперь она глазастая. Но это не все. Нам нужно взять небольшой кусочек коричневого пластилина и любого оттенка темного, светлого. У меня вот средний. Делаем такой небольшой жгутик. Это черенок нашей грушеньки. Он у нас вот так вот на бочок. И теперь с помощью такого рыжо-коричневого пластилина мы сделаем ей пятнышки разных размеров. И маленькие, и крупные. И все вот наши пятнышки, они у нее сверху на голове. Ну вот. Таким образом сделаем еще несколько. Ну что, ребятки, вот такая вот замечательная грушенька у меня получилась. И вот как я вам и обещала, я ей сделала еще несколько пятнышек.
Вообще залипаки предлагают сделать 5 больших и 5 маленьких пятнышек. Но вот у моей груженьки столько и не поместилось. Все зависит, наверное, от размера самой поделки. У меня вот такая вот небольшая, поэтому мне понадобилось немного пятнышек. В общем, дерзайте, и сколько вы сделаете, и тем самым будет ваша грушенька уникальна. Всем пока и до новых волшебных встреч!